Долгожданная новость для всех охотников. Объявлены сроки начала сезона охоты. Вернуться к хобби можно уже с 1 апреля. Выдача разрешения начнется 21 марта. Однако всех любителей поохотиться как в лесу, так и близ водоемов просят помнить о правилах поведения в лесу, как на охоте, так и на рыбалке. Чтобы на охоте все прошло нормально, необходимо заранее изучить местность, в которую предстоит поход. Также стоит предупредить о планах близких и запастись водой, едой, источниками огня и не забывать зарядить телефон. В таком случае на охоте пострадает только дичь. С 1 апреля до 10 мая разрешена охота на селезней, кряковой утки с применением манной утки, подсадной, боровая дичь. Открытие охоты идет по южной зоне нашей области с 9 апреля на 10 дней, по северной зоне нашей области с 16 апреля. И на пернатую дичь имеется в виду гусь, казарка и селезень без манной утки. С 3 декады апреля по южной подзоне нашей области и с 4 декады, с 23 апреля по северной подзоне нашей области.